половине девятого вечера с напарником приехали на такси к своему участку, где вот работаем. Ну и смотрим, где-то вот дым идет. Мы думали, уж испугались, думаем, наше что ли что-то. Источник находился через пару участков. Сообщив о пожаре, Ильгиз побежал по соседям, чтобы они предупредили хозяев участка. Собственники были здесь нечастыми гостями. В последний раз мужчина их видел неделю назад. Я вот на крыше этого дома работаю. Тут ходили хозяева. У них посадки какие-то были. Они там лук, зелень, что-то такое садили. Приезжали. Как рассказал нам очевидец, дом начал гореть изнутри. Языки пламени он увидел из этого окна. Огонь разгорелся стремительно. Перед пожарными стояла задача не допустить его распространения. Помимо бани и других надворных построек, мог пострадать дом на соседнем участке. Сильный ветер дул в его направлении. В результате пожара у нас уничтожено строение одноэтажного жилого дома. На данный момент причина пожара устанавливается. Инспекторам предстоит докопаться до истины, был ли это поджог или пожар вспыхнул из-за короткого замыкания. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, новости НТР.